Мені рей! Це не рей! Вас. Я, Фариса. Каждый для себя, как говорится, но... Итак, во-первых, мы поздравляем вас с тем, что вы находитесь здесь. Если вы находитесь здесь, значит, вы пытаетесь продвинуть свою айкидо на какой-то очередной этап, да? Каждый от себя скажет. Единственное, что я думал, о чем я сказал перед дистанцией, да? Моральной и этической точки зрения есть один яд, который очень сильно там сейчас дам своей украинскому айкидо присущ. Хотелось бы сразу лечить от этого всех остальных, да? Себя, да? Никогда по результатам сдачи не обсуждайте ничьих, ни своих техник. Каждый издает техники, каждый выполняет это для себя. Круче, не круче, слово очень глупое и грустное. Это все, что я хочу сказать, и в техническом плане. Не пытайтесь нас удивить своей скоростью. Не надо. Лучше не надо. Я закончу. Вас. И мои уважения. Анна Здравствуйте. Спасибо. Да, я тоже думаю, что вы уже собрались тут. Уже это прекрасная возможность себя проявить. Но не надо подвига, ваша задача помните показать ваши умения. И именно скоростью удивлять никого не стоит. И уже настрой мы ваш знаем. Я думаю, что все тут собрался, они уже люди достаточно ответственные, не зря Андо Сенсей просил об этом, произвели на него впечатление, на нас каждый день производит. То есть давайте просто сдаете, нормально готовимся, мы все готовы, и сейчас я думаю приступаю. Сюрпризов мы не ждем, что летать вы начнете, я тоже думаю, так не случится. Поэтому просто спокойно, ответственно подходим, нормально работаем, и это уже о результатах будем говорить потом. Уже в любом случае, каждый из вас, когда готовится, то он готов к определенному результату. Сейчас это всего лишь подчеркивание для меня, то есть ваша сфокусированная способность уже показать все это в одном месте, в одно время. Уже насколько ответственно вы подходили к подготовке, то каждый будет все равно отвечать за собой. Да? Говорил такую фразу, что вас, если, не дай бог, придется, то ДИК будет либо диплом. Диплом это такая штука. То есть насколько вы ответственно подошли, то сейчас вы это и покажете. Давайте. Так, ну порядок обычный. Вызываем, и от вас требуется делать. Я немножко сразу объясню, как это у нас происходит. У нас еще немножко как бы есть опыт здесь проведения. Значит, каким образом технически, да, вот средняя линия, если пара вызывается одна, два человека, один находится здесь, один находится здесь. Если пары вызываются две или три, вот линия, которая все выстраивается в начале, выстраивается в конце. Далее. Если значит, все технические элементы, если мы работаем технические элементы шестером, имеется в виду тихом до самозового движения. Один человек здесь, один человек здесь, один здесь, один здесь, один здесь. Вот. И когда мы работаем тихом базом, то бишь базовые техники, ориентировочно одна линия, вторая линия, третья линия. Немножко уже, просто у нас есть опыт работы в этом месте, мы немножко уже там будем. Да? Все. Начинаем, как обычно, с меньших кью. Суперека Александр. Пус. Меркулов Сергей. Пус. Мы вдвоем будем сдавать. Пус. Поприветствую. Ос? Нет, у нас. Ос? Ос? Объявить. Если у вас 80 человек будет, каждый будет ос говорить отдельно, старше. То, кого первым вызвали, тот объявляет сенсей Нирей, и вы приветствуете нас, мы вас. Сенсей Нирей? Ос? Ос?
Так, ну поскольку у вас начальник, то мы проверяться будет достаточно быстро и много. Страховки будем проверять? Так. Тогда давайте вот стали рядышком. Ну, в смысле, что лицом в одну сторону. Мика, Миколай! Команда Рей! Кидай, Миколай! Команда Рей! Мика, Миколай! Зенбокайте нукеми! Кажемо!
Це те, яке питання. Катати мочі. Ні, Кадзі Асая, ні. Качане! Она ждет? Качане! Санка Дзясаичи! Хаджиме! Анаджи Кю! Хаджиме! Шоминуче, шомені рівіна гіні. Качме! Анаджі кю? Качме! Те, яке питає. Катати мочі, ні кадзі асаїчі. Качиме! Мер! Шо минуче, сам кадзі асаїні. Качиме! Мер! Шомени рівіна гіїчі. Качме! Я хотів би все рівно зробити мені техніку шомонучі і кажу, що це ні. Ось, слухайте уважно.
Я не. Так. Сенсейн Рейш. Под бурные овации. Порядок остается порядком, да? Потому что два человека маленький бардак. Если потом людей становится больше, то все это растет в геометрической прогрессии. Это и принцип. Так. Еще раз, вы не пытайтесь удалять скорость. Следите за своим дыханием. И слушайте внимательно, что происходит. Да? То есть помните еще, что оценивается на тесте. Это ваша способность контролировать ситуацию, что происходит. Если вы ничего не слышите, ничего не видите, то о каком контроле можете идти речь? Да, это значит, чтобы за рулем сесть, нажать на газ и закрыть глаза. Полный контроль ситуации, все, я знаю, что мне надо делать. То есть крутить-то можно. Это вопрос еще, что надо понять, что происходит вокруг. Чипук Ярослав. Доля Виктор. Назарчук Юлия. Грозова Юлия. Семенченко Игорь. Сатюк Вячеслав. Это сторона штей. Вячеслав, Юлия и Вячеслав. Штей. Йокоменучи, Шиканаги Ни. Йой.
Она ждет. Каджимэ! Риоты мочи! Тенчи наги и ичи! Да, да, выполняют команду, слушайте внимательно, продолжайте. Риоты мочи, тенчи наги и ичи! Каджимэ! Она ждет. Каджимэ! Кота ты мочи, шиханаги ичи. Каджимэ! Ханми Хантачи, когда ты мочишь Ханаги Ичи, Каджимэ? Ага.
Каджиме! Суваривадзе, катате мочи никадзе асайни. Вкачивай.
Варіваза, що ми вночі йон кадзеса ічі? Кадзе! Йой! Кажи мене! Гей!
Каджане! Шоменучий, хіджирати Копінагі ні! Каджане!
Гоши база. Решающий захват сзади. Штер, Пуке. Чебель! Работает. Чебель! Ребятчик.
Это ж Наталья. Виталий. Довгань Александр. Бородинский Василий. Шунтик Данила. Дмитрий Павел. Thank you.
Дай, почему. Анашкин!
Суваривадзе! Шоманучи и Кадзе Асаичи! Каджме! Мэн! Мэн! Анашкюк! Каджме! Мэн! Мэн! Кататы мочи! Шиханаги ичи! Каджме! Мэн! Суваривадзе, шоманучи!
Кучи Йон Кадзе Сайни. Каджуме!
Субарі Варда! Що минуче, коли таке є ще ні? Качме! Ready?
Thank you.
Ну,
Привет. Я сюда свою сумочку сзади положил.